личный состав Центра профессиональной подготовки Главного управления внутренних дел по Самарской области для приведения к присяге построен начальник Центра полковник полиции Быков. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! 26 декабря клятву на верность Родине дали 200 слушателей Центра профессиональной подготовки областного главка. Торжественная церемония прошла у мемориального комплекса, посвященного памяти правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Сегодня они непосредственно приняли присягу. То есть, можно сказать, что теперь они действительно сотрудники Министерства внутренних дел. Мы верим в них, они это наша смена. Надеюсь, что они все-таки достойно будут служить. И будут достойны памяти наших товарищей. Флаг России, гимн и торжественный марш. В ногу с мужчинами-полицейскими шагают девушки. Среди принявших присягу 74 представительницы прекрасного пола. Командир девичьего взвода Анна Илюшкина – продолжательница династии правоохранителей. Отец, он сотрудник органов внутренних дел, но тогдашней милиции. Он подполковник милиции в отставке. Сыну 8,5 лет. Ученик кадетской школы. Анна не скрывает, во время присяги очень волновалась и за себя, и за девушек из своего взвода. Но все прошло гладко. Теперь слушателям Центра профподготовки предстоит сдать сессию. А уже после новогодних праздников они пополнят ряды следователей, дознавателей, оперуполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы. Анна Шорина, Максим Юрисов, Андрей Тишин. Специально для 63.ру.